«Туман». Хорошо, что не ушли. Ну, теперь к танцам. Повеселее. Да, я тут размещаюсь, походу, удобней. Алена и дракон. Ты живешь у самого леса, я через дорогу напротив. Ты себя ведешь, как принцесса, я тебя люблю, ты не против. Все познал, что должно мужчине, но пылать любовью нетленно по какой-то странной причине не дает дракон здоровенный. Вечерами сидя за кружкой, когда я уже напивался, ты мне говорила на ушко, как он над тобой издевался. Пойдем, Алена, со мной в лес, побьем дракона, чтобы не лез. Пусть дождь на улице, пусть град, побьем дракона, дракон, гад. Ты наденешь модную юбку, я надену чудные сланцы. Пусть боюсь страшно и жутко, но зато потом будут танцы. Будут маскарад, фейерверки, все тебе и мне будут рады. Наши имена на фанерке пронесут в начале парада. Мы его подробно покажем, где и как зимуют креветки. Мы его горчицей намажем и за хвост подключим к розетке.
Пойдем, Алена, со мной в лес, побьем дракона, чтобы не лез. Пусть дождь на улице, пусть град, побьем дракона, дракон гад. Я бы мог и сам, но с драконом драться одному не годится. У меня проблемы с законом и какой-то страх в ягодицах. То ли шлем сидит не на месте, то ли маловато кольчужка, и годов мне явно не 200. В детстве нагадала кукушка. Пойди, Алена, одна в лес, побей дракона, чтобы не лез. Пусть дождь на улице, пусть град, дракон гад, и я гад. С той поры прошло лет немало, и однажды я тебя встретил. Ты по лесу бодро шагала, а дракон валялся в кювете. А мораль всей песни простая, надо было храбрым родиться. Не любите, девки, мальчишек, у мальчишек страх в ягодицах. Сидя на стуле, не очень удобно танцевать, но я думаю... Ну ты старайся. Я стараюсь. А, еще одна песня о нелегкой женской любви, «История любви 2». А ничего, что у нас сегодня конференц короткий? Ничего. Ничего. И нам только завтра ехать. Она вставала рано, пила из-под крана, и фото капитана в ладони брала. Красавца капитана любила Светлана, у моря океана Светлана ждала. А он писал ей кровью «Светлана, айло!» Смущал чернявой бровью, походкой в развал. И свой корабль странный, смешной, деревянный, он в честь ее любови любовью назвал. Она его любила, 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 и плакать уходила с утра на причал. А он включал дебила, 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 жестоко и немило дебила включал. Ни горя, на бешеном моторе, в крутом вираже летать любила Света с шофером, но это зимой, а летом, летом он жил в гараже. Его пыталась долго на Волгу возить, чтобы подолгу вдвоем не ближе бродить из звезд осколки, ловить только толку. Он был на Волге волком и жил в гараже. Она его любила, любила, любила. Автобус заводила зимой с толкача, а он включал дебила. Дебила, дебила, жестоко и немило дебила включал. Мы помним, что Света вставала до рассвета и много пила. А вот была ли Света поэтом воспета, мы даже и не помним, а Света была. Он написал поэму, поэма про эму, чудовищная тема, жестокий финал. Вы спросите поэта, при чем же тут Света? Так он поэму эту Светлана назвал. Она его любила, 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 цыган к нему водила, когда он скучал. А он включал дебила, дебила, жестоко и немило дебила включал. Куда солнце светит всем светом на свете, сюжет в приоритете, вторично мораль. Но если песня где-то, увы, без сюжета, не жалко нам поэта, поэзия жаль. А, перед следующей песней будет длинный конферанс, как и хотел Саша. Нужно просто рассказать. Дело в том, что 5 лет назад в окрестностях Екатеринбурга образовался такой проект «Сноубарды». Это событие, которое собирает поэтов, авторов, творчески одаренных людей для того, чтобы не поделиться своим творчеством, а в сотворчестве друг с другом за короткий промежуток времени создать
новую песню. Каждый раз темы фестиваля бывают разными, и команды формируются по-разному. И вот 2 года назад мы решили поэкспериментировать, и каждая из команд тянула 3 жребия. Первый жребий касался стилистики авторов, которые команда должна была написать песню. Второй жребий указывал на географическое место. И третий — на жанр. И вот команда, в которой был Саша, Елена Бушуева, Сергей Ивкин, вытянула три бумажки, на которых было написано «Щербаков», «Гренландия», «Триллер». И вот сейчас мы вам попробуем показать, что из этого получилось. Все унесенные Гольфстримом в невисокосном январе весной сойдут на нелюдимый, необъяснимый остров Гре. И вот в сугробе по колени стоишь ногами на земле. Все начинается с тюленя и завершается тюле. Все начинается с тюленя и завершается тюлень. Тот капитан 2-го ранга, что заманил тебя сюда, оставил там вокруг Яранги свои кровавые следы. И ты лежишь среди равнины в снегу по локоть и в крови. Все начинается с пингвина и завершается пингвин. Все начинается с пингвина и завершается пингвин. Ты все еще считаешь, что в Гренландии ты никому не нужен, не нужен. А в Африке, печальнее гораздо все и хуже, и хуже, и хуже. Лохматая стихия, ясный образ вдалеке. И ты бы мог писать стихией, но нету пальцев на руке. И ты ползешь тоской разбитый от снега белый, как безе. Все начиналось с алфавита, а выгоды ее жезе. Все начиналось с алфавита, а выгоды ее жезе. Ты все еще считаешь, что в Гренландии ты никому не нужен, не нужен. В Австралии печальнее гораздо все и хуже, и хуже, и хуже. Пришел писец через торосы, седую голову твою несет, а пьяные матросы «In vino veritas» поют. И нет просвета никакого, и мы ни разу не сложав, все начинали с Щербакова, а получился Акуджав. Все начинали с Щербакова, а получился Акуджав. Вот такая... Такое вот творчество совместное, оно странное, может быть, но оно веселое, наверное. Ну и в завершении, да? Наверное, в завершении. Я не знаю, завершении... как у нас там по времени. По времени уже, наверное, поздно. Ну вот еще вот, наверное, может быть, без хурмы. Хурмы в лагере. Без настоящих героев мне не закончить, а потом аэроплан. О, ну хорошо, настоящих героев по просьбе, Ирины Ботаниной. Которая, кстати, тоже является участником проекта «Сноубарды». Как, и Михаил Богуславский. Мы хотели спеть песню, которую Саша, Саша с Ириной и с Михаилом написали, но не смогли. Настоящие герои. Когда больше некуда деться от мимо бегущих лет, верните назад мне детство, которого больше нет. Я снова готов услышать шаги за своей спиной. Я тот, кто неровно дышит, когда рядом оно со мной. Боже,
же смотрите, что я вижу, вижу глазам своим не веря. Открывают окна, двери и зовут, зовут, зовут. Если на миг глаза закрою, в небо взлетают на качели настоящие герои, игрушечные феи. Одним почему-то кажется, что все это просто бред. Другим почему-то кажется, что больше героев нет. Но если орда удалая пророчит нам плен и гроб, плевать, кто с мечом пожалует, тот пулю получит в лоб. Не потому, что наша шея толще, чем их в четыре раза, вместо двух четыре глаза и голова размером с дом. А потому, что в каждом доме тихо живут за батареей настоящие герои, игрушечные феи. Так часто порой хочется в борьбе победить со злом, чтоб имя свое и отчество прославить, и чтоб козлом меня называть не смели вы, и чтобы отец родной сказал, постучав по дереву: «Ну ты у нас, брат-герой». Бронзовый бюст напротив дома по телевизору покажут, тайну военную прикажут долго хранить кря душой и навсегда